Салем, зрители! С вами Бэкстейдж. И я, выпускник Казахстанской медиа-академии Сабыр Жанасов. Мы рассказываем о самых лучших клипах Казахстана. Новый день и новый клип. О чем же поговорить мне сегодня? Сағынгым сені, арманым ай бол өмір ғажап қандай. Өзіңді тағы аңсадым, алдымнан атқан таңдай. Это похоже на фотоальбом. Меня это наводит на интересную мысль. Есть такой клип, в котором альбом играет большую роль. Дамы и господа, сегодня мы поговорим о клипе Газизы Габдрахисовой и Розы Рымбаевой «Сезым». «Сезым» в переводе с казахского языка «чувство». Песня «Сезым» была написана очень давно и пережила много воплощений, пока, наконец, не попала в руки Газизе. Песня «Сезым» – это очень, ну, старая песня. Ну, как очень старая? Это песня молодого композитора Саджана Шаменова, который ее написал давно. И вот она как-то лежала, потом ее периодически разные вокалисты исполняли. Там были совершенно другие слова. А идея исполнить что-то с Розой Рымбаевой у меня была давно. Ну, с детства это мечта каждого музыканта, ну, с таким метром что-то сделать. Ну, я долго думала, не было то времени, то подходящего материала, то как-то вот... Ну, мы с ней об этом говорили очень часто. И когда я услышала эту песню, я поняла, что она ей очень сильно подходит, к ее голосу. Вот, принесли мы с автором эту песню, она сразу сказала: давайте поменяем слова, слова мне не подходят. Как только процесс записи был завершен, начались подготовки к съемкам, так как такую прекрасную песню нельзя оставить без внимания. Мы почему-то, когда ее услышали, мы сразу думали, что нужно на нее снимать клип. Естественно, я не могла Розе Конышевне не сказать: а давайте вы там половину денег сюда вот доставайте, да? То есть это было бы неудобно с моей стороны, я это понимала. Я побежала к своему хорошему другу, к такому большому ценителю музыки, он всегда нас поддерживает, Бахаджан Бажиков, и... Он далек от этого, но он очень любит качественную музыку и всегда старается поддерживать музыканта. И он говорит: давайте, я вам помогу. И как-то быстро все решилось, и мы решили снять клип. Для клипа был продуман особый сюжет, который должен передать смысл песни. Идея там – это любовь. Это интересная такая романтическая история, когда взрослые люди случайно находят друг друга, вспоминаю, что у них когда-то была там в юности любовь, там романтические отношения. И это совершенно случайно в конце клипа выясняется, что они встретили друг друга уже в зрелом возрасте. Мы с Али вместе сидели, придумали. Вот. Али Акапов вместе сидели, думали. Такое простенько, какой-то момент, трогательный момент. И сказали, что как бы репетиционный зал, как бы трек выпал. Съемками управлял талантливый кинорежиссер и клипмейкер Ернар Нургалиев, который является настоящим мастером своего дела. Сложностей не было. Режиссером был Ернар Нургалиев, это студия 567, и оператором был Азамат Дулатов. Я вообще поклонница Азамата, потому что мне нравятся многие его работы. Он и кино снимал, и всякие разные другие маленькие работы. И были профессиональные актеры, что опять же нам, ну, упрощало всю работу. Они понимали все с полуслова. Было очень комфортно. Она вот артист, она знает, она слушает, где стоять, сколько часов стоять. Как бы она профессиональная, она давно, сколько лет работает в съемке, она знает все. И как бы с ней было очень легко. Очень большую роль в съемках сыграла гармония, с которой работал тандем Газизы и Розы. Я с ней работаю давно, и у нас много было совместных выступлений. Мне с ней всегда легко работать, потому что она профессионал. Она требовательный человек, но я тоже требовательный человек. И когда она говорит конкретно по делу. Она говорит как профессионал, и мы друг друга понимаем, и
Ну, здорово у нас получается. Мы и после этого дали несколько ее сольных концертов и в Алмате, и в Астане. Эта работа стала большим успехом и получила много положительных отзывов от своей аудитории. Отзывы тоже были очень хорошие. Несмотря на то, что композитор достаточно молодой, у него тоже это получилось в стиле вот Талгата Сарбаева, где-то вот Сейдулы Батирекова, то есть тоже в стиле наших классиков. Я думаю, песня, она тоже не модная, она не однодневная, она такая надолго, фундаментальная, красивая. Очень чувственная песня с трогательным клипом. На ваших экранах клип «Сезон». Сәлем айтам, самал ескен желден, маған жауап келген, алыста қалды сол жылдар, бейне бір түс көрген. Сағындым сені, арманым ай бол.
Бэкстейдж рассказывает вам истории создания самых интересных видеоклипов. Смотрите, слушайте и узнавайте казахстанскую музыку. Выпуск провел я, Сабыр Жанасов. До новых встреч! Казахстанская медиа-академия объявляет набор учащихся на курс «Музыкальные ведущие дети». Приглашаются дети и подростки в группы от 5 до 8 и от 9 до 14 лет. Преподаватели – действующие профессионалы сферы медиа. В программе обучения – художественная речь, дикция, артикуляция, орфоэпия, ораторское и актерское мастерство, работа над экранным образом, профессиональная постановка перед телекамерами, тренинги личностного роста, мастер-классы со звездами. И, конечно, съемки и зрители, которые увидят ваших детей в настоящем телеэфире. Запись на кастинг по телефону в Алматы 317-19-86.